Ну что, друзья, всем привет-привет. Ой, какая масочка у меня случилась. Не включилась, вернее, красивая. Ну это я вас так приветствую. Так, всем-всем-всем. Всем-всем привет. Я чуть-чуть на 5 минуточек задержалась. Малышей укладывала спать. Просыпались тут на секундочку. Вот. Всех-всех приветствую. Сегодня у нас такой ответственный прямой эфир. Мы будем разыгрывать целых 50 тысяч рублей. Всем, ну, многие, наверное, ждали этот розыгрыш. Но прежде чем мы начнем разыгрывать, я напомню, что мы еще с вами сегодня разыграем в качестве таких приятных дополнительных бонусов 10 вот таких вот, сейчас, секундочку, покажу вам, блесков для губ, моих любимых матовых. Ну, такие вот приятные бонусики. Сейчас я вам покажу. Секундочку. А, привет! Всем-всем-всем привет! Вот. Разыграем еще помадки. Почему показываю? Вот это все мои. Будут абсолютно новенькие. Почему не показываю новенькие? Потому что у всех у нас вкусы разные, девочки. И каждый сможет выбрать себе цвет под себя. Кто-то захочет красненький, да, вот такой же алый, как у меня. Просто у меня тут цвет уже такой темный, не особо понятный цвет, очень яркий, красивый. Кто-то матовый, ой, кто-то пастельный любит больше тона. В общем, я потом дам ссылочку, где можно будет зайти и выбрать, и я отправлю. Итак, расскажу в двух словах про наш розыгрыш. Организовали мы его с тремя блогерами, Вася, Юля и я. Мы решили разыграть для вас подарки для здоровья, для красоты. В качестве у нас целых 60 подарков на данный момент, может быть, будет даже больше. Розыгрыш сегодня на данный момент уже пятый день проводится, у нас уже 20 счастливых победителей. Часть подарков мы уже отправили. Часть подарков я пойду отправлять завтра, потому что подарков много, они объемные. Теперь в двух словах про подарки. Вы, наверное, уже поняли, что мы разыгрываем чудесные мультипекари. У нас их было целых 20. На данный момент осталось уже поменьше, но все равно еще много. Получается, 13 мультипекарей у нас еще впереди. Также мы разыгрываем с вами. Это все я вам объясняю, помимо денежных призов. Вот. Также мы разыгрываем крутые спандеры с фитнес-резинками и спандеры для занятий дома или на улице, которые там с креплениями, целый такой тренажерный зал для дома, или там можно взять с собой на дачу или куда-то в поездку, ну, в общем, по вашему желанию, очень крутые наборы, стоимость каждого набора 5800, в принципе, да, на минуточку. Таких наборов у нас тоже целых 20, ну, часть мы тоже уже успели разыграть. Все, всех победителей, все подарки, все призы вы можете посмотреть, что за маечка у меня просто. Это маечка Васи Рогова у меня, красивая, без фильтров. Ну, вот. Я сегодня просто была на концерте Димы Билана, он к нам приезжал, и не успела. Я ждала вот как раз прямой эфир. Ладно, все это так в двух словах. Я все-таки закончу про призы. Также у нас 10 рюкзаков на папире. Очень трендовых, красивых, классных, модных сейчас. Сейчас это вообще один из самых трендовых таких марок. Вот, из них мы уже разыграли. Так, я просто, у меня пометочки нет, у меня все в заметках написано. По-моему, 3 мы, 2 мы разыграли. Получается, еще 8 впереди. Ну и, конечно, наши главные призы – это 50 тысяч рублей, которые я разыграю прямо вот сейчас, в ближайшие там минутки, да, и, конечно же, 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей мы разыграем чуть-чуть попозже, потому что у нас еще много других подарочков, которые надо просто разыграть. Но когда будем разыгрывать именно денежный приз, мы обязательно вам скажем на нашем конкурсном аккаунте. Конкурсный аккаунт называется «Супер тело дарим». Дарим сначала вам тело, а потом деньги на поездку, чтобы это тело на море показать. Вот. Я очень рада, что меня хорошо слышно. А может выиграть фейк-страница? Нет. Вы знаете, удивительно или это так, мы разыгрываем среди своих подписчиков. И за свой аккаунт я могу точно сказать, что у меня практически нет фейковых страниц.
И все победители, а их уже 20 человек, все были абсолютно реальные. Все скрины всех победителей, даже для частичную переписку в директ, когда вот люди выигрывают, мне писали, мы все выкладываем на конкурсном аккаунте. Связываюсь с каждым победителем лично. Если победители кто-то здесь есть, откликнитесь, напишите там, я уже выиграл, хочу еще. Будет очень приятно, чтобы другие участники видели, что на самом деле мы все честно и прозрачно разыгрываем. Каждый день я выхожу в эфир. 8 часов вечера. Один день у нас Юленька выходила в эфир. Просто у нее сейчас там своя семейная ситуация. Она у нас ожидает малышика, поэтому ну, основную часть обязанностей я взяла на себя. А кто будет разыгрывать главный приз 100 тысяч рублей, пока тоже не решили. Возможно, это будет Вася, возможно, это буду я, возможно, Юля. Ну, просто пока еще не решали. Но 50 тысяч рублей я разыграю прямо сейчас. До этого мы разыгрывали призы, так скажем, механическим способом, пальцетыком, да? Я комментарии вот так прогружала и выбирала победителей. Сегодня мы решили отнестись к этому делу немножко серьезней. Сейчас заканчивается выгрузка всех подписчиков, всех, кто подписался на конкурсный аккаунт и спонсоров. Это, кстати, одно из главных условий. Еще раз в двух словах скажу, зачем мы заставляем вас подписывать аж на 70 там, человек, да, 73, если быть точнее. Для того, чтобы мы, блогеры, могли обменяться аудиторией. Так как GIF у нас достаточно такой, можно сказать, тематический. Мы все за здоровый образ жизни, за красоту. Мы таких же и спонсоров подбирали. Поэтому, в принципе, вам можно просмотреть этих спонсоров. Естественно, вы на них подпишетесь, вы будете видеть их в ленте, обратить просто на них внимание. Кто-то наверняка вам ну, как-то симпонирует, кто-то вам понравится. Безусловно, кто-то, может быть, не понравится. И по окончанию ГИО вы сможете спокойно от них отписаться. Но на данный момент я все-таки предлагаю вам присмотреться и оценить выбранных нами спонсоров. Но и это условие подписки на всех спонсоров, безусловно, является одним из, ну, как бы одним из главных условий, по крайней мере, в сегодняшнем розыгрыше. То есть всех победителей, кого я сейчас отмечу, то есть кто выиграет, я буду проверять на подписку. Это я тоже буду делать. Вот при вас в прямом эфире. Сейчас, секундочку. Я вот прямо сейчас обязательно покажу вам, что вот я вышла со своего аккаунта, чтобы все было честно и прозрачно. Просто расскажу, как все это будет происходить. Вот смотрите, наш конкурсный аккаунт. Прошу прощения, у меня телефон на асфальт упал, поэтому вот такой он у меня разбитый экран. Но я думаю, всем все будет понятно. Вот. И все спонсоры у меня беленьким. Видите, написано подписки. А почему беленьким? Потому что я на них на всех подписана. И мне будет намного проще, заходя к победителю каждому, проверить подписочку. Вот. Вот они все-все-все. Все-все-все. Вот я на них подписана. Вот. Каким образом будет осуществляться розыгрыш? Закончилась на данный момент выгрузка. У нас зарегистрировано 14 тысяч. Надеюсь, что видно хорошо. 14 343 участника. Они сейчас и будут принимать участие в сегодняшнем розыгрыше. Эта выгрузка была сделана на момент 8 часов по московскому времени, 8 часов 00 минут по московскому времени. Вот. Так, сейчас я вот так сделаю, чтобы было вам удобнее показать. Да, посмотрите, вот сколько много. Вот что. У каждого участника, кто подписан на наш конкурсный аккаунт «Дарим Супертело», свой номерочек. Выбирать я сейчас буду не пальцетыком, я все-таки обращусь к генератору случайных чисел. Сначала мы быстренько сейчас разыграем 10 помадок. Ну, потому что мы просто обещали, и кому-то, может, не надо 50 тысяч, хотя я в этом очень сомневаюсь, но будет приятно хотя бы получить презент вот от меня лично. Вот, потому что я сама эти помадки очень-очень обожаю. Да, они матовые, они приятные, они очень долго держатся и для ежедневного и вечернего макияжа. Для меня, например, ну, самый такой оптимальный и классный вариант. Вот.
Даже если мужчина выиграет, у нас вчера, например, мужчина выиграл, Артем, мультипекарь. Он очень был рад, потому что у него есть жена, или он там сам собирается выпекать. То есть, в принципе, мужчины точно так же могут принимать участие в конкурсе и выиграть, да? Итак, еще раз скажу, если вы сегодня не выигрываете или наоборот выигрываете, вы продолжаете участвовать в нашем розыгрыше все денечки до самого финального розыгрыша 100 тысяч рублей. Итак, еще раз повторюсь, вот все ваши номерочки, много-много-много. Я сейчас буду генератором случайных чисел с другого телефона, чтобы было удобно. Вот у меня еще такой телефончик. Мы сейчас будем вводить условия. Вот, если вам видно, то есть от 1 до 14 343. Выбираем номерочек, и просто потом я просматриваю по вот этому телефончику, где все-все-все вы прогружены, и вам присвоен свой номерок. Вот, а тут вот всем. Все-все-все. А, ну, как бы при желании, сомневающимся, я потом этот файл могу выслать, и он сможет найти свой номерок, да, если вдруг там скажут, ой, меня там не было. Вот. И после этого мы еще проверяем, безусловно, на подписочку, да, потому что все-таки розыгрыш делает все наши усилия, это для того, чтобы обменяться аудиторией, познакомиться с вами ближе, да, и кто-то нашел там свою аудиторию. Потому что в Инстаграм, сами знаете, не так порой легко эту аудиторию свою хорошую найти. Я готова делиться своей аудиторией с другими блогерами, потому что в ответ также кто-то подписывается на меня, узнает мой аккаунт. Правда, мой аккаунт сейчас в последнее время очень похож на какую-то, наверное, лотерею или казино, но это временно. Так я больше за ЗОЖ, ПП и здоровый образ жизни. Я думаю, вы тоже, кто новенький, со мной познакомитесь, кто-то, я думаю, останется. Ну, если нет, я тоже как бы к этому отнесусь совершенно спокойно, потому что, ну, у каждого блогера должны быть свои люди, да, которые его поддерживают, любят, читают, слушают, смотрят и так далее. Итак, давайте начнем с помадок. Первую помадку разыграем. Итак, ой, секундочку, тут у меня идут мои всякие разные там обновления. Давайте начнем. Первый вот. 14 343 комментария и сгенерируем первого победителя. Та-да-дам. Итак, победитель 13 864. У вас немножко, наверное, в зеркальном, да, отображается? Напишите, у вас в зеркальном. Ну зачем вы прям так Ирину Агибалову обижаете? Она тоже молодец, она старается, у нее своя аудитория. Давайте не будем оскорблять уже спонсоров наших блогеров, потому что, ну как бы, это они точно так же вкладывались денежкой на все-все-все подарочки. Поэтому, ну, я считаю, что сейчас на личности переходить не стоит. Хорошо? Так, ну, как бы будет, я считаю, правильно, да, вы пришли к нам в гости, вы получаете сейчас от нас подарки, мы к вам с абсолютной дружбой, с абсолютной прозрачностью, со всеми хорошими мыслями, да, поверьте, мне сейчас уже первый час ночи, я живу в городе Кемерово, мне ужасно хочется спать, но я здесь с вами и провожу этот розыгрыш специально для вас. Итак. Вот у нас получается 13 864. Я сразу делаю скрины, чтобы потом обязательно найти. Так, я думаю, дальше у нас пойдет побыстрее, вы не переживайте, я сама спать хочу. Итак, ищем здесь номер 13 864. 13 864. 13 864. Это у нас... Кристи Карасева. Вот. Прошу обратить внимание. Да, наверное, плохо очень видно, да? Размывается немножко эфир. Я также делаю сейчас скрин. Итак, Кристи, нижнее подчеркивание, Карасева. Смело пишите мне в директ после эфира. Вы выиграли одну из наших прекрасных помадок. Теперь давайте да, прошу прощения, мы сейчас Кристи Карасеву будем проверять на подписку, потому что, ну, давайте пусть как бы приз небольшой, но это будет как бы честно, да? Секундочку, сейчас я скопирую.
Так. Вот, я сейчас в своем же аккаунте. Вот, я скопировала Кристи Карасеву. Заходим. Угу. Вот эта девушка. Приятная очень девушка. Вот, кстати, кто спрашивал про фейковые аккаунты. У нас, как правило, как-то фейковых не бывает, потому что очень-очень реальные люди участвуют, очень-очень реальные люди выигрывают. Вот, но подписка есть подписка. Поэтому мы сейчас проверим. Как я вам показала в самом начале, все беленькие это подписочки, поэтому сейчас, зайдя к ней, мы проверим. Вот, часть верхушки, ну это понятно, те, кто как бы постоянно, дальше идут синенькие, да? Мы сейчас проверим. Вот, пошли остальные наши спонсоры. Вот они все, все, все. Сейчас дальше будем просматривать, чтобы вы тоже видели. Так, вот они все, все, все спонсоры. Сейчас я еще сама до конца проверю, потому что мне не очень удобно. Вот, все, все вот они есть. Поэтому я смело скажу, что вот и заканчивается вот, вот все, даже наш резервный розыгрышный аккаунт. И вот он наш самый главный. Все, я поздравляю, делаю скрин. Давайте не будем тратить время. Будем следом выбирать следующего победителя. Так, секундочку. Вот, возвращаемся к нашему. То есть, получается, теоретически Кристи Карасева может выиграть сейчас и еще и остальные подарочки. В следующий раз, когда будет проводиться розыгрыш, он будет проводиться точно так же. Но у нас бывают иногда на мелкие подарки, ну, как бы на в кавычках мелкие подарки, немножко там другие условия, например, там оставить комментарий или лайк. Но крупные призы, денежные, 50 тысяч и 100 тысяч рублей, мы, конечно, будем разыгрывать вот таким образом. Итак, продолжаем генерировать. По-прежнему у нас 14343 комментария. Следующий победитель у нас, так, номер 2688. 2688. Обращаемся вот к вашим номерочкам. 2688. Сейчас я найду. Это надо в самый-самый верх идти. Вот видите, сколько-сколько много. Это все-все-все вы, кто подписался на наш конкурсный аккаунт. Так, 2680, это еще на 7 тысячах только. 6 тысяч. Представляете, пальцетыком такое выбрать. Да это нереально, конечно. И вообще это действительно будет нечестно. Да? Пусть уже зовут на 5 тысячах. Генератор случайных чисел все это определяет, берет на себя всю ответственность. 2688. Я эфир обязательно сохраню. Так что, кому лень ждать, можете прийти попозже, пересмотреть. И обязательно, конечно, всех победителей мы опубликуем. Так, все, не будем тратить время. Я буду очень стараться быстро, потому что действительно все хотят спать, отдыхать, и все хотят знать, кто этот наш главный приз выиграл. Так, 2688. Так, я... Так, Карина.хаски. Вот. Так. Делаю скрин. Тоже все выложим, чтобы вы это все увидели, кто под каким номером был. Точно так же этот номер я скрин делаю, чтобы вы потом смогли все это сверить. 2688, Карина.хаски. Сейчас мы проверим на подписчиков. Так, вот у нас эта девушка, дитя природы, мать Хасей. Такой вот забавный у нас победил. Очень милая девушка, любит собак, видно. Так, делаю на всякий случай скрин и проверяю на подписочки. Вот, сразу вижу, что вот они все наши блогеры беленьким светом. На кого подписано, это совершенно другие люди, на кого как бы не подписаны. Дальше проверяем, проверяем. Подписок немного. Так. Так, стоп, подождите. Ну вот, к сожалению или к счастью, не знаю, девушка не... То есть она выиграла, но она не станет нашим победителем, потому что из 73 человек, я вот вам, ну, вот давайте еще раз покажу, она подписана всего на несколько. То ли девушка не поняла условия, то ли решила, ну, как схалявить, давайте будем честными. Вот, всего, насколько она подписана, все остальные, больше я спонсоров не наблюдаю.
Вот таким вот образом, безусловно, мы все, видите, ой, подписки сейчас закончатся у нее. Беленького цвета больше нет. То есть девушка не получает подарочек. Так что мы извиняемся и переразыгрываем. Вы можете подписываться и прямо сейчас, да, и может быть там какой-нибудь 7 или 8 подарок или те же 50 тысяч, если вы успеете подписаться, они могут стать вашими, потому что пока вы в номере здесь участвуете. Но этот подарок, конечно, вам не идет. Так что, Карина Хаски, простите. Продолжаем дальше. Просто вот таким вот образом, ну, как бы люди, да, немножко либо хитрят, либо недопонимают. Мы вроде стараемся всегда говорить, что обязательно обращайтесь, обязательно подписывайтесь на спонсоров. Потому что вот когда выигрываете, вроде как не верю, не верю, а потом бамс, и так вот обидно бывает. Ладно, поехали дальше. 4135. Давайте я буду прям быстренько искать 4135. 4135, секундочку. Так. Юлия Барановская. Бароновска. Вот, 4135. 4135, Юлия Барановска. Делаю скрин. И иду в свой, я уже запуталась, аккаунт. Да, надо как-то уже очень поскорее. Вот такой у нас аккаунт. Сразу проверяю на подписочки. Ну, давайте я тогда буду сама попроверять сначала быстренько, а потом вам показывать. Так, ну похоже, что тоже не на всех подписана девушка. Ну вот видите, как грустно. Сейчас я прям... Нет, подождите. Подписка, видно, что на всех спонсоров. Просто я элементарно хочу цифру посчитать. Я прям быстренько сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, вот, и еще 10. Слушайте, да, это у меня, наверное, уже глаз замыли. Ровно, ровно 73 подписчики на спонсоров. Все, не имею никаких претензий, делаю скрин. Связывайтесь со мной директ, приз летит к вам. Поехали дальше. Сохраняем скрины обязательно. Так, поехали. Берем опять генератор случайных чисел. Наш любимый, дорогой. Так, разыгрываем. Так, это было две у нас помадки. Третью помадку разыгрываем. 13449. Быстренько ищем. 13449. Так, да, такое нелегкое дело, но оно, наверное, того стоит, потому что, по крайней мере, вот этот розыгрыш четко покажет, насколько все реально, все у нас честно и прозрачно, что подарков будет еще очень много. 13449 GS Money Money. Будем сейчас проверять, что это за аккаунт. GS Money Money. Скопировать. Вот, делаю скрин, все фиксирую. И ищем у себя в Инстаграме этот аккаунт. Вот такая вот очаровательная девушка. Видите, все как бы абсолютно реальные люди выигрывают. У нее подписок много, но, как правило, те, с кем у нас одинаковые подписки, видите, несмотря на то, что у нее подписок аж 1141, а вот те, кто наши спонсоры, с кем у нас одинаковые подписки, вот они у них... Ой, слетело. Как же мне вот так бы удобнее вот вам показывать, что... Так, вот они еще пошли. Вот они все наши спонсоры. Вот. Поздравляю. JS Money Money Манушак. Так, все, это у нас три помадки. Дальше поехали. Попробуем сейчас еще в быстром темпе. Я сейчас разойдусь. Обещаю вам в хорошем смысле. Итак, открываем генератор случайных чисел. Продолжаем розыгрыш.
Вам придется немножко потерпеть, потому что, ну, главный приз, он впереди. Итак, 1723. Победитель. Я еще раз повторюсь, если сильно кому-то этот файл нужен будет, найти свой номер, я готова его предоставить. Или там мои менеджеры, помощники тоже вам помогут, потому что, конечно, вас очень много. Вот. 1723. Людмила, нижнее подчеркивание, Бородай. Так. Опять же делаю скрин. Скопировать. Вот, делаю скрин обязательно. И идем проверять на наличие подписочек. Так. Ой. Ну вот, опять же, вам, пожалуйста, чудесная девушка. Такая лучезарная. Проверяем подписочки. Так. Я сразу вижу, что вот они все беленькие. У нас честные все. Мне так приятно. Но вот немножко, видимо, недопоняла у нас условие первое наше. Так. Вот они все, да. Я уже, у меня глаз теперь наметан, я все вижу. Поздравляем, это у нас 4 помадки. Скрин делаю. Фиксирую. Всех победителей обязательно публикую. Разыгрываем следующую помадку. Ага, берем генератор случайных чисел. Так, вот такое вот, говорите. Нам, блогерам, весело. Не так-то и уж и весело. Итак, сгенерировали 7554. Делаю скрин. 7554. Ищем вас. 7554. Как здорово вообще, что придумали вот эти номерные сервисы. Боты, конечно, это вручную, ну, честно, наверное, невозможно было бы провести. Каким генератором? Генератор у меня ран став самый верхний, вот который, если ввести генератор случайных чисел в Яндекс или Google. Итак, 7554. 7554. 7554. Вы уж меня простите, правда, глазки уже устали. 554. Ася Сима. Ася.сима. Сейчас сразу копирую. На проверку делаю скрин и иду проверять на подписочки. Ну что, мы сейчас быстренько, уже чуть-чуть осталось нам потерпеть. Держитесь, держитесь, Аси. Ой, смотрите, какой чудный. Это у нас вообще песик. Ну, я думаю, у песика есть владелец. Вот она сидит. Я думаю, что она тоже хочет с удовольствием покрасить помадкой себя благодаря вот такому, кстати, классный такой аккаунт. Но у нее подписок очень много, аж 3238. Вот поэтому я сравниваю именно по беленьким. И они, как правильно, должны быть. Видите, аж загрузка идет, да, длительная. Вот. Да, я сразу вижу, что вот они все наши. Так, вот они, продолжение идет наших спонсоров. То есть, видимо, вот почему вот эти идут впереди, я вам тоже объясню, потому что вот на этих блогеров, видимо, девушка была подписана ранее, а на вот этих, на остальных, она подписалась уже, когда начался конкурс. Я вот это сразу вижу, и вот они все есть. Все, не заостряем внимание, я поздравляю Ася Сима с чудесным песиком. Делаю скрин, пишите в директ, подарочек летит к вам. Ну, я думаю, уже завтра, конечно, я сегодня ничего не буду отправлять. Вырублюсь сразу после вашего, после эфира с вами. Итак, вот возвращаюсь. Вася Сима. Ой, Вася, Ася Сима, прошу прощения. Генерируем дальше. Вот, я ничего не удаляю, ничего нет. Делаем дальше. Так, какая это у нас по счету помадка? 12382. Это у нас помадка. Уже по счету шестая, да, получается? Шестую помадочку разыгрываем. 12 тысяч, еще раз покажу вам. 12382. Ищем 12382. Появляются тут победители, хотя бы откликнитесь, если смотрите. Будет очень приятно, если вы у нас, как правило, в прямом эфире не сразу объявляются и говорят: вау, как классно. Ну, понятно, что это не 50 тысяч рублей, но мне кажется, в любом случае приятно что-то выиграть, когда ты что-то сделал для этого, да?
12 382. Вот, так, показываю. Это Аня, наверное, Ларик. Аня Ларик. Через нижнее подчеркивание скопировать, делаю скрин. Вот, Аня Ларик. Все, еще раз повторю, все скрины с прямого эфира мы потом сформируем в коллаж, обязательно выложим. Вот такая у нас чудесная девушка. Ой, какой у нее очаровательный сыночек. Как приятно вот реально дарить подарки вот таким вот людям. Ну, чистыми. У нас вообще ни одного вот какого-то там фейкового или какого-то там левого аккаунта вот реально не было за сегодня уже пятый день розыгрыша, вот ни одного. Вот, и все очень приятно, но большинство, да, только два человека у нас пока не подписались на спонсоров. Вот эти синенькие, это те, кто не наши, да, получается. Вот, а вот они пошли, наши спонсоры. То есть они ниже. Видимо, девушка на остальных спонсоров подписала позже. Она на часть, вот, все, вот заканчивается наш, вот он наш, ой-ой-ой, не туда. Прошу прощения, вот он наш конкурсный аккаунт. И на резервные, и на все-все-все она у нас подписана. Зачем мы заводим резервный аккаунт? На тот случай, если Инстаграм вдруг решит заблочить. Такое, как бы, ну, в гивах очень часто случается. Итак, 6 помад мы разыграли. Разыгрываем 7-ю. Уже скоро-скоро разыграем наш главный приз 50 тысяч рублей. Итак, генератор случайной чести. Мне уже пить, по-моему, захотела. Подождите, я глоточек. Угу. Глоток агуши. Говорю много, во рту пересыхает, дома тепло. Итак, поехали дальше. 4370. 4370. 4000, видите, их просто очень-очень много. Только на 10 тысяч. 4370. 4370. 4370. Это у нас Сакеева. 4858. Копируем. Делаю скрин. Все. Проверяем на наличие подписочек. Я сейчас уже, видите, все делаю быстрее, чтобы и вас не задерживать. И наконец-то. Опять же, вот, смотрите. Все реальные люди. Прекрасная девушка. Очень приятно. Мама Миланы. Вот, прекрасно. Проверяем наличие спонсоров. Вот на спонсоров, на кого девушка была ранее подписана. И вот они опять же пошли, наши спонсоры. Все молодцы, все успели. Все, все есть. Все, заканчиваем нашим. Я уже вот привыкла, как правило, вот он наш розыгрыш. Супер тело дарим, наш, вернее, аккаунт. Вот, поздравляю. Делаю скрин. 7-я помадка осталась. Еще 3 и все. Поехали дальше. Ага, генератор случайных чисел. Сейчас вот так сделаем, так чуть-чуть удобно. Так, устала бедненькая. Спасибо, хоть кто-то меня тут пожалел. Вам помогут найти номер. Кто? Так, я бы с удовольствием, чтобы мне помогли. 8235. 8235. Ну, что поделать, потому что у нас Пастя сейчас на отдыхе, у него там еще свои проекты. Юля у нас ждет малыша. Конечно, я, ну, основную нагрузку беру на себя. Хотя у меня тоже, если что, так, двое ребятишек на минуточку маленьких. Так, 8235. Не отвлекаемся. Давайте закончим. И там 5 минут я еще с вами поболтаю, если потом захотите. 8235. 8235. 8000. Господи, все пролистало до 6 аж. 8000. 8235. Так. Угу, дошли мы. 8235. Грудаева Ирина. Скопировать. Делаю скрин выгрузки. Угу. Проверяем на наличие подписочки. Так, ставить. Вот это у нас Грудаева Ирина тоже. Очень приятно видеть таких победителей милых. Итак, проверяем на подписочки. Сейчас еще раз прям буду переходить вот здесь, чтобы вы
ну, видели, что я как бы к ней именно зашла. Вот, все, все наши спонсоры, я так думаю, что это немножко не все. Вот они, остатки, дальше пошли, остаточные. Вот, в принципе, по большому счету, это, ну, не так много человек. Иногда бывают гивы, где там, простите меня, по 150 спонсоров, да, там какую-нибудь машину разыгрывают, конечно, там вообще много. Ну, даже, мне кажется, и это порой того стоит, потому что, вот, в общем, поздравляю Грудаеву Ирину. Вы один из наших победителей. Все. Так, осталось две, да, получается, все. Быстренько сейчас две разыгрываем и переходим к нашему главному подарку. Итак, поехали. Следующий победитель. 6462. Мне кажется, надо уже лучше петь, иначе уснешь. 6462. Даша Шилова. Так, сейчас скопировала, сделала скрин. Готово. Даша Шилова. Проверяем на наличие подписчиков. Все, уже скоро настанет тот момент великий. Тоже приятная девушка, видите, да? Аккаунт никакой не фейковый. Все реальные, все настоящие люди, живет в Санкт-Петербурге человек. Так, проверяем на наличие подписочек. Так, вот они все пошли дальше, подписки. На спон. Все, заканчиваем, как всегда, нашим аккаунтом. Супер тело дарим. Скрин тоже делаю. Ну и все, осталась у нас одна помадка и главный приз. Сохраняем фото. Берем дальше наш генератор случайных чисел. Да, на самом деле, такое непростое дело-то, розыгрыш проводить. Ой, итак, 10-я, да, помадка у нас 21-13, 2000. 113. Поздравляю. Хотя рано еще поздравлять, подождите. Я запуталась уже тут в телефонах. 2113. Главное сейчас не запутаться по главному призу. И еще, прям пообещайте мне, что негатив не будете писать, когда мы разыграем вам последний, ну, как бы, главный приз. Потому что, как правило, потом начинают всякие бякушки писать. Я вот специально вам сейчас такой вот демонстративный розыгрыш показала, что у нас, ну, реально все вот прям честно-причестно. Я вот ничего нигде не могу ни подтусовать, ни подмазать, ни подфотошопить, ни обмануть. И, естественно, потом, как только мы сделаем перевод девушки, мы будем очень не рады, если от нее будет там, или там парень это будет, чтобы была обратная какая-то связь. Потому что, ну, чтобы можно было хотя бы скрин переписки ну, как бы выложить, да, и реальный человек подтвердил, что мы все. 21-13. Может быть, даже попросим победительницу там выйти в прямой эфир в следующий раз к вам, потому что можно сейчас совместно проводить. Итак, последнюю, 10-ю на сегодняшний день помадку. У нас получает 2113. Секундочку. Так, 100. Угу. Соня, нижнее подчеркивание, Цимболенко. Так, Цимболенко, наверное, это, наверное, С. Сейчас делаю скрин. Так, все, проверяем наличие подписочек и переходим к главному подарочку. Ну все, давайте все-таки будет честно. Вот, вот такая у нас девушка. А, она не... Представляете? Недавно, видимо, замуж вышла. Очень приятно. Подписок тоже у нее много. Сейчас будем проверять. Да, слава богу, мне так приятно, что вы все выполняете условия. Никто не хочет пропустить момент выигрыша. Давайте найдем. Вот они у нас все, видите, как раскиданы у нее. Тут беленький. Так. Просто у нее действительно много подписчиков. И...
найти сейчас наших остальных спонсоров. Ну, будет, видимо, не так-то просто, что ли. Что-то не вижу я пока беленьких больше. Слушайте, ну, похоже, придется переигрывать. Сейчас я еще раз верхушечку проверю, потому что у меня 1300 где-то подписчиков. Надо просто сейчас примерно прикинуть в самом начале. Я, наверное, быстро пролистала. Так, ну, 10 примерно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 10. 20 где-то примерно. 30, 40, 50, 60. Ну да, 70. Вот они все. Все наши подписчики. Вот он наш резервный. И не вижу самого нашего главного-то на наш розыгрыш. Вот сейчас найду, где наш, на наш аккаунт подписка, потому что мало быть подписанным на всех. А, да, вот все нормально, вот. Вот. Все подписано. В общем, я поздравляю, и мы наконец-то переходим. Делаю скрин. Еще раз поздравляю. София Цимбуленко. Прошу прощения, если я коверкаю вашу фамилию, потому что, ну, конечно, ники не всегда совпадают с фамилией, и не так просто это просчитать. Ну что ж, давайте, настал этот момент. Вы долго ждали, мы почти уже 40 минут в эфире. Наконец-то мы сейчас разыграем 50 тысяч рублей. Настоящие живые денежки, которые поедут... Не поедут, я думаю, что, конечно, проще будет перевести на карту, которую предоставите победитель. И да-да-да-да. Я, прежде чем нажать эту заветную кнопочку, еще раз попрошу всех не отчаиваться, если вы сегодня не выиграете. Я повторюсь, у нас впереди еще 45 подарков. Вру, сегодня 10 разыграли, 35 подарков. Это мультипекари крутые 3 в одном, это классные рюкзаки на Папире, это у нас будут наборы фитнес-эспандеров и резинок стоимостью 5 800, тоже, между прочим, классный такой подарок, и многие очень хотят именно его. Еще, возможно, у нас, невозможно, скорее всего, у нас будет еще один очень интересный приз, ради которого тоже, возможно, многие захотят поучаствовать. И 100 тысяч рублей мы тоже разыграем в ближайшие там 1, 2, 3 дня. Просто мы еще пока не решили, когда именно. Поэтому просто следите за эфирами, следите за постами, выходящими на конкурсном аккаунте. И таким образом, вот кто ругается, вот прям сразу розыгрыш неохота проводить. Так, не будем обращать внимание на хейтеров, неудачников. Я таких людей только так называю. Итак, давай уже. Ну кто там вот? Вот если вы сейчас выиграете, вам вот стыдно будет, что вы со мной так разговариваете. Я вот с вами на вы. Да, перезагружать надо. А зачем перезагружать? Мы шли ровно. Ничего не перезагружали. Вот, от 1 до 14 343. Я не буду ничего перезагружать. Вот мы как шли один номерок за номерком. Сейчас мы таким образом и выберем победителя. Но обязательно проверим, посчитаем все подписчики. Так, ладно, все, не томлю. Сама нервничаю, понимаете? Это тоже мой первый раз, я разыгрываю такую большую сумму денег. Поехали. Та-ба-ба-бам. 5 721. Вот к вам, если вы подписались на всех спонсоров, сейчас полетят денежки. Еще раз, 5 721. Теперь ответственный момент. Открываем нашу чудесную табличку. Вот это все та же табличка, все с тем же девятой помадкой номером. И ищем 5 721. Еще раз повторюсь, кому нужно будет скинуть файл с выгрузкой. Без проблем. Просто, может быть, не так скоро, потому что вас очень много. 5 721. 5 721. Я сама, знаете, переживаю, как будто это сама. Так, 5 721. Ну, прошу прощения, я правда просматриваю. Итак, 50 тысяч рублей может процентов 99, да, выиграть у нас Дуня, нижнее подчеркивание. Дуня, нижнее подчеркивание, вуаля, нижнее подчеркивание, чумоход. Очень странное название. 7000, 5 721. Мы сейчас будем проверять вообще, что за аккаунт. Не старайтесь разбежаться, потому что будем проверять на... Делаю обязательно скрин. Так. Дуня.
Шумоход. Вот я делаю скрин. 5721. Так, и будем проверять сейчас. Так. Смотрите. Ну, я думаю, что я. А почему у вас аватарки нет? Давайте-ка зайдем к вам на аккаунт. Ну, я даже не знаю. Вот смотрите, вот такой аккаунт у нас выиграл. Не знаю, как к этому отнестись даже. Одна фотография. Друзья, я не знаю. Она здесь, поздравляем. Все адекватно, нормально относятся, да, к этому? А как это возможно? Я живая, пишет. Ну, Дуня, хорошо, я вас поздравляю. Подождите. Давайте сначала проверим, Дуня, подписана ли на всех спонсоров, потому что это основное наше условие. Да, подписки, конечно, есть все. Это фейк. Ну вот, нет, Оля, мне пишут. Так, не считается. Ребят, ну вот смотрите, мне пишут, я так понимаю, другие организаторы, что, наверное, мы не сможем, да? Но это опять же сейчас, вот как вот в данной ситуации мне поступать? Давайте, не знаю, переигрываем или не переигрываем, пожалуйста, давайте говорить, потому что как бы Дуня, конечно, живая, но давайте говорить откровенно, у нас по матке выигрывали девочки, которые, ну, реально живые аккаунты, там, с ребятишками, с малышами, да, и тут вот... Вот так, конечно, условия выполнены, но как, ну блин, так же нечестно. Как нечестно? Честно отдавать подарок? Вы, пожалуйста, не скажите, мне плохо видно. Или нечестно переиграть? Я посмотри публикацию. Публикация, вот, смотрите, от 27 ноября 2017 года. 2017 год. Ну... Наверное, все-таки я предлагаю переиграть, даже если Дуня сейчас на нас обидится, но как бы аккаунт явно не живой, да, согласитесь? Еще раз повторяю, фотка была выложена 27 ноября 2017 года. Вот. Ну, я думаю, что Дуня нас все-таки простит, и к следующему розыгрышу наших 100 тысяч рублей и других призов она заполнит как следует свой аккаунт, да, чтобы он был все-таки живой, потому что вы видите, даже если вы живая, вот смотрите, никто не видит даже ни вашего лица, ничего, и меня просто сейчас, ну, как бы все 13 тысяч человек, которые рассчитывали на подарок, просто, ну, я, ну, беру на себя такую ответственность, мы сейчас переиграем. Неживой, ясно. Все, все согласны. Дуня меня проклинает, наверное, медленно, но верно. Но, ребят, ну это реально, нет аватарки. Одна публикация от 17-го года, да. Ну, как бы, я считаю, это не совсем честно. До этого все девушки были реальные, живые, да. Тут прям явно попалась я. Вот так. Итак, ну давайте тогда переигрывать. Дуня, простите нас, но большинство все-таки за то, чтобы розыгрыш был истинно честный. Итак, давайте генерируем. Та-ра-ра-рам. Ох ты! Смотрите, какая цифра. 46. Номер 46. Будем искать. Мне уже самой любопытно. Какая интрига пошла, видите? Такого еще не было. Ничего я не делала. Все в прямом эфире сохранилось. После Дуни вот вышло 46. Все так же. Делаю скрин обязательно. 14343. Все, делала скрин. 46 номер у нас. Ну так, вверх не... Ой, простите. Еще раз говорю, всем, кому будет интересно данные, мы постараемся всем выслать этот файл, из-за которого был проведен. Итак, Анастасия Бу-91. Сразу все там радуемся, не радуемся. Делаю скрин на всякий случай, чтобы выложить потом все это для вас. Итак, и переходим, посмотрим, что это за аккаунт. Просто, наверное, вот показатель Дуни к тому, что все-таки, если вы, ну, как бы верите в свою удачу, а она действительно бывает, да, давайте как-то, ну... хотя бы со своих реальных личных аккаунтов все это делать, чтобы, ну, вот люди настолько много. Так, проверяем.
Ну, аккаунт все, тут не подкопаешься, вроде живой. Девушка, собачки, тортики, пицца. Последняя публикация от 9 марта. Ну, проверяем на подписке. Давайте. Ну, пока не вижу. Пока только чуть-чуть в начале. Друзья, у вас еще есть как бы шансы. Вот Алина не наша. Алина не наш подписчик. Ой, не наш спонсор, прошу прощения. Слушайте, ну похоже, девушка просто не подписана на спонсоров всех. Будем опять переигрывать, ребят. Ну, условия про фото не было, но вы же видите, Дуня вот пишет, что условия про фото не было, но все здесь сейчас считают, что вы как бы, ну, фейковый аккаунт, и меня просто заклюют. Я очень понимаю ваши чувства, и я бы тоже, наверное, потом бы пошла с ума сошла. Ребят, я вам честно скажу, вот аккаунт не на всех спонсоров, вот буквально только на меня подписан, даже на меня, на аккаунт конкурсный, на Васю. И на всех остальных спонсоров человек не подписан. Будем переигрывать. Вот прям честно. Вот я вам показываю еще раз. Вот аккаунт. Вот я захожу в подписки. И в подписках только вот Вася. И мы дарим наш конкурсный аккаунт. Дальше идут вот синенькие. Нигде наших 73 человек просто, ну, нет. Так что прошу прощения, переигрываем. Я клянусь, я сама ужасно устала. Но давайте все-таки уже, я вам всегда говорю, все будет у нас честно. Хотя Дуня, наверное, меня уже окончательно прокляла. Ох, поверьте, мне самой это все очень неприятно, но большинство решает все-таки, ну, я считаю, ну, это правильно, да, когда вы видели, что реальные люди выигрывают, да, и вдруг, ну, как бы вот явно нет. Итак, вот наш 46-й человек. Я уже боюсь. Нереально несправедливо с Дуней. Ну, ребят, ну как не... Давайте Дуне подарим. Давайте не продолжать тогда больше розыгрыш. Если вы все сейчас считаете, что это честно. Ну, я таких аккаунтов могу настряпать за один день очень много. Мне кажется, это не очень честно. У нас условия все-таки, ну, такие. Изначально, если вы почитаете на наш аккаунт, вот давайте даже вот я сейчас зайду, просто чтобы все было прозрачно, чтобы мы все за Дуню не переживали, потому что мне самой неприятно. Давайте прочитаем. Вот правила участия. Подписки на всех спонсоров смотрите в разделе. Вот это наши условия, да? Я вот зачитываю. Важно. Вот у нас есть. Важно. В день розыгрыша, во-первых, профиль должен быть открыт. Коммерческие профили, магазины, паблики не участвуют. У нас все это прописано 6 дней назад было, как только мы начали. Профили, созданные специально для конкурса не позже 20 апреля, не участвуют. Друзья, у нас это написано было вот четким по белому. Путевки могут, ну, в смысле денежные призы, да, на путевки могут выиграть только лица старше 18 лет. На остальные подарки данное ограничение не распространяется. Мы даже не можем понять, сколько лет Дуне. Так что, Дуня, вот у нас все прописано. 6 дней назад был выложен пост. Еще раз перечитайте правила участия. Здесь конкретно написано. Профили, созданные специально для конкурса, не позже 20 апреля. У вас от ноября 2017 года фотографии не участвуют. Все честно и прозрачно. Все, мы решили. А вторая девушка у нас, я уже забыла, как ее зовут, не была подписана на спонсоров. Итак, все, спать всем охота. Давайте разыграем все-таки, кому уедут 50 тысяч рублей. Фух, я уже с удовольствием их переведу. Сделаю скрины переводов и лягу спать. Все, у меня сейчас уже малыши будут просыпаться. Итак, та-да-да-дам. Все. 7453. Делаю скрин еще раз. 7453. Проверяем. 7453. Опять с 46 опускаемся. Самый-самый низ. Друзья, вы уж меня простите, правда, но я честно тоже очень устала, наверное, уже выговариваю сейчас еще.
Очень, правда, хочется пить. 7453. У меня уже час 01. Боже мой, час 01. 7453. Фух. Так, 453. Екатерина, нижнее подчеркивание, баш или буш. Сейчас я сразу копирую. Скопировать. Вот. Делаю скрин. Скрин файла. Вдруг она все-таки выиграет. И идем проверять. По-моему, это уже стало таким забавным действием. Проверяем. Жизнь, как она есть, девушка пишет. Так, на правду похоже. Хлебушек написан. Так. Последняя публикация 27 апреля. Так. То есть не раньше. И теперь у нее очень много подписчиков. Давайте проверять. Ну, друзья. Ну, друзья, тут, по-моему, уже все. Явно победитель. Давайте еще раз я честно сейчас пересчитаю. Всех 73 человека. Должно быть раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Я продолжаю считать. Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Всех вижу: Ирину Агибалову и Валерию Букину. Всех. 37 было, да? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Вот 67 наши рецепты. Так. Друзья, я, мне кажется, или я просчиталась? Нет, вот еще пошли. Лана Шеф Фитнес наша. Угу. Тоже... 60. Знаете, кого я не вижу? Себя. А, ну вот. Вот, 69. 69. Так, еще трое. Вот, 70. Еще троих. 71 наш Дима. Себя не вижу. 71. 72. Вот я должна быть 73. А, ну вот. Да, 72 и 73. Я себя не вижу. А, вот. Да-да-да-да. Ну, вот она и я. В общем, я поздравляю, друзья, Екатерина. Екатерина Буш. Если вы сейчас здесь, ради бога, выйдите. Покажитесь. Почему фейк? Здесь вы где фейк видите? Нет, у девочки 345 публикаций. Она печет хлеб. Достаточно часто все выкладывает. Можете зайти потом к ней на страничку проверить. Готовит правильные рецепты. Их много. Видно, что это ее рецепты. Так что я поздравляю. Кто-то кричит ура. Ну, в общем, друзья, заканчивая эфир. Сейчас подождем минутку, договорим. Я вам все-таки анонсирую наши следующие розыгрыши. Значит, завтра мы продолжаем разыгрывать рюкзаки, мультипекари, фитнес-резинки. Главный приз у нас 100 тысяч рублей. Мы таким же образом, честно, либо я лично, либо, возможно, Вася, либо Юля, точно так же выйдем и вот так разыграем. Я от всей души поздравляю всех, кто и выиграл наши чудные помадки. И прелесть девушку Екатерину Баш. Я очень жду, чтобы она все-таки вышла сейчас на связь. Мы с ней сейчас свяжемся. Все скрины, переписку и отправленную сумму я ей отправлю. Спасибо вам. Спасибо, кто мне дает терпение. Я очень была рада с вами пообщаться. Я надеюсь, закончится наш гиф. И я начну проводить с вами стримы и прямые эфиры уже на тему ЗОЖ правильного питания. Всем спокойной ночи. Кто пишет лохотрон, пересмотрите эфир. И скиньте номерки. Но я не могу вам скинуть сюда. Есть возможность написать мне в директ. Я вышлю. Лучше пишите в директ конкурсного аккаунта, потому что у меня очень много сообщений на миллион. Вот. Ну, девушка
не выходит, ее, видимо, в эфире нет. В любом случае, всем спокойной ночи, спасибо. Призов еще много, подарков много, главный приз ждет. И еще у нас будут крутые сюрпризы, я вам это обещаю. Не расходитесь, вернее, сегодня расходитесь, я имею в виду с аккаунта, пока. Все.